Центре современного искусства «Арт-Этаж» собрались люди разных возрастов и профессий, чтобы заявить: «Мы – народные художники». И это стало уже традицией. Одна из самых престижных и серьезных выставочных площадок «Арт-Этаж» представляет выставки из-за студии при ДКЖД. Я вообще работал с группой «Штиль», начинался «Арт-Этаж» с этими художниками. Серов, Симаков, они преподавали в этой народной студии. Там мы собирались часто в мастерской. Ну, естественно, значит, встречались вот с народными художниками, и тогда уже повелось у нас, значит, их выставки. То в групповых они участвовали, то в персональных преподавателей. Вот, и подтянулись, значит, тут же следом и студийцы. И я помню, тогда еще было 40-летие еще было, сейчас уже там и за 60 перевалило. Мы такую парадную большую выставку там в залах Белого дома в администрации, «Арт-Этаж» был, да, открывали. Это еще при Серове, да. И здесь уже в этих стенах также, да. То 40-летие помнит Лада Гольц. В прошлом училка английского, так сама называют профессию. Сейчас художник с творческим псевдонимом Лю Гольц. Сегодня своей жизни не представляет без студийных встреч и общения. Во-первых, коллектив. Потом, во-вторых, выезды на пленэры. Это замечательно. В Андреевку. А потом я себя чувствую там своим человеком. И мне легко общаться, понимаете? У людей разные бывают способы, виды общения. Это самый лучший общение с художниками, с творческими людьми. Это просто замечательно. Это из-за студия уникальный, единственный на Дальнем Востоке коллектив, созданный в 1960 году на базе Дворца культуры железнодорожников Владивостока. В 1970 году ей было присвоено звание «Народной». В разные годы здесь преподавали Григорий Цаплин, Виктор Шлихт, Сергей Симаков, Виктор Серов. Главным правилом в занятиях со студийцами для педагогов во все времена было учитывать их личные пожелания в выборе стиля – академического или наивного, реалистического или авангардного. Большим стимулом для творческого развития народных художников были и есть ежегодные творческие пленэры по Приморскому краю. Я по профессии педагог, воспитатель детского сада. Ну, я рисовала с детства, вся моя семья рисовала. Там я тоже рисовала, конечно, работая с детьми. Но больше народное творчество. Я любила там хохломские росписи с детьми и так далее. А рисовать всегда хотелось. Ну, может быть, не хватало времени. Ну, а наступает такая эпоха или время, когда есть свободное время, и мы начинаем творить. Я работала в полиции, и вот когда вышла на пенсию, вдруг прочитала объявление «Народная изо-студия». Мне так захотелось рисовать, хотя я никогда в жизни не помню даже, чтобы что-то рисовала. Я позвонила и в каком-то таком полустрахе сюда пришла. Я с большим интересом рисовала карандашом шарики, кубики, ромбики. И была удивлена, когда это становилось объемным. Я планирую поступать в следующем году. И чтобы поступить, мне нужно сдать творческое испытание. Мне нужно как раз-таки натаскать технику рисунка, построение, перспектива, штрих. Я преподаватель вуза, преподаю английский язык. В феврале 2021 года я пришла сюда. Еще здесь был Серов, преподаватель. Я занималась, вот гипсовые фигуры сначала рисовала. И в голове у меня были только пейзажи, но когда я начала рисовать карандашом, меня захватило все. Мне было интересно изучать композицию, свет, тень. Потом к нам пришел Александр Леонидович, и он настолько в нас заинтересован, что он каждому находит индивидуальный подход, натюрморт ставит, смотрит, кому что лучше. И меня захватило все, и натюрморты, и какие-то другие идеи приходят в голову, которые из головы, которые пишешь не с натуры, из головы, вот такое тоже. Я, поскольку дизайнер интерьеров, работаю все время за компьютером. И почувствовал острую прям нехватку работы руками. Чтобы не пипеткой, да, на компьютере мышкой смешивать краски, а чтобы их самому почувствовать. Начинал я здесь с масляной краски, но достаточно быстро пришел на акварель, а затем на тушь. То есть я понял, что я график.
Ну, самое первое, это дает то, что называется намоленность, да, вот этого места. То есть это были и есть очень хорошие художники, да, они известны у нас в городе, они известны в Приморье, в стране и много где, в принципе. И когда тебе преподают учителя, педагоги такого уровня, ты получаешь, даже если ты не хочешь, и тебе кажется, что ты не понимаешь, очень многое. Она красивая, красивая, но она по массе спорит с вот этими тыквами. То есть она большая. Вот. Это мрачновато. То есть мы оставляем вот эту вот осень, да? Вот. Но это вот довольно сложная драпировка. Тут много всяких оттенков цветов, плюс тени. И видите, у этих драпировки идет вот так вот. А здесь складки вот немножко другие. И вот на конфликте этих вот направлений и можно обыграть вот этот. То есть и те все равно они ведут сюда. Когда ушел Витя Серов, ко мне с разных сторон поступало предложение, и я отмахивался. Хотя я прекрасно знал эту студию, но себя в качестве руководителя студии я никогда не воспринимал. И когда уже несколько человек сказали, ну ты же учился с Витей, вы же друзья. То есть надо флаг поднять и продолжать дальше. И вот я уже здесь больше года. И я не скажу, что это была идиллия. Естественно, студийцы, они привыкли уже к Вите Серову, тем более, что это очень харизматичный такой художник и талантливый, и генератор всяких удивительных идей. Поэтому, естественно, мне вот приходилось какое-то доверие завоевывать. У меня получается шар, он смотрится как плоскостью. Вот посмотрите, шар, он стеклянный, да? Вот. Мы смотрим на него вот так вот в центр. У нас там стекла-то 3 миллиметра, да. А здесь у нас-то стекла-то уже этот, глубина стекла больше, да? Поэтому он смотрится темный. И когда вы вот эти вот места сделайте темными, а здесь оставите блики, и он как раз приобретет вот эту выпуклость. Ну, просто вот это вот все нужно обобщить вот это вот. И в том числе и здесь. Почему я беру этот синий цвет, родник? А они друг на друга влияют. Ну, для художника. Ну, это не просто, в общем, художник. Если смотреть художник Арсененко, то вы, наверное, заметили, что у меня в работах вот это какой-то психологизм, там, человек на первом месте. А здесь я получил 15-20 человек, и у каждого свой характер. И вот с каждым это вот взаимодействие, с каждым характером, оно дает багаж большой для творчества, для работы. А потом, прежде чем мне объяснить кому-то, как надо вести работу, как рисовать, как писать там, и прочее, я же должен сам вспомнить. Я у себя в мастерской рисую, думаю, а ты же не разучился ли ты? Вот, на каком основании ты преподаешь? Вот это тоже, это дисциплинирует. Это дисциплинирует, конечно. Прежде чем это рассказать, я должен еще же показать. Угу. Какие они, ваши студийцы? Хотя они сейчас, конечно, слышат вас, но все равно. Студийцы, ну, чокнутые они все. Вот. Я не понимаю, как можно отработать день, потом приходить еще здесь. А рисование – это труд. Потому как, ну, требует концентрации. Это с одной стороны.
А с другой стороны, это релакс. То есть человек уходит с головой в произведение свое, в то, что он создает. Я себя узнаю. Понимаете? Например, карандашом рисовать. Почему? Я поняла, потому что у меня в психологии, наверное, во мне такое, чтобы стереть была возможность исправить. Понимаете? Вот я так почувствовала, ну, вот через время. Я не хотела цветом. Как-то вот меня туда не пускало. И вдруг в январе этого года я просыпаюсь 2 числа и понимаю, а я хочу идти рисовать, и я хочу цветом. Я пришла рисовать сюда цветом. Здесь растворяешься. Вот это. И хотя бы та же какую-то постановку, или тот же пренер едешь, и вот такое желание работать, работать. И ты просто утопаешь в этом. Начинаешь вот писать, творить, и больше ни о чем не думаешь. Живопись – это такая прекрасная тема. Ну, вот меняется весь мир. Идешь по улице и по-иному смотришь на осень, на каждый листик. Подойду, оторву. Я не могу мимо не пройти, чтобы пусть не ругать, но мне надо рассмотреть этот чернобривец, его устройство, потому что дома я тоже рисую. Мы все разные, у каждого свой характер, у каждого какой-то свой взгляд на творчество, но здесь настолько позитивная атмосфера. Мы никогда здесь не обсуждаем плохие новости, какой-то негатив. То есть все настолько доброжелательно и настолько хорошо, это очень нравится. Очень приятно, когда сюда приходят люди и говорят, мы абсолютный ноль, мы ничего не умеем. То есть вот я их смог убедить, что если есть желание, то многому можно научиться. И я вижу на глазах постепенно люди создают не просто рисунки, а уже как, с претензией на произведение. А для учителя это просто бальзам на душу. И я им постоянно это напоминаю, что вы создаете новую реальность. Никогда до вас на этом белом чистом листе никто ничего не... А тут вот раз появляется там. Да, дальше пошло. И вот оно оживает. И я им говорю, не отчаивайтесь, что вы там не похожи на Сезанна. Сезанн уже всем глаза нам позволил. Будьте самими собой. И вот каждый художник ценен своей индивидуальностью. Через ваше восприятие мы смотрим. То есть вот яблоко, да? Яблоко. Его рисовал Сезанн, Грабарь. Вот. И кто только не рисовал. Вот. Ну, а Господь его создал таким, что вот в этом одном яблоке вот тысячи, миллионы этих свойств этого яблока. И все равно никто не создал как такое, как природа, или как можно называть. Поэтому вы пишите свое отношение к предмету. Вот. И это отношение как раз зрителю интересно. На выставке зрителю интересно все. И натюрморты, и пейзажи, и реалистичные, и авангардные. В общем, разные, как и сами студийцы. И эта выставка «Мы, народные художники» не о профессиональном уровне, а о творческой энергии и большой любви, которой заряжена каждая работа. Она о том, как искусство может объединить совершенно разных людей и может изменить жизнь и пространство вокруг человека.